Я бы, скорее всего, в жизни не стала записывать этот пост, но меня к этому подвергла одна женщина, которая подошла ко мне на улице и сказала: «Спасибо, что вы не уехали. Вы же не уедете, вы останетесь с нами». И еще одна женщина, когда я своих навещала в Болгарии, подошла ко мне со слезами на глазах и сказала: «Можно я спрошу кое-что напрямую?» Я говорю: «Говорите». Она говорит: «Это правда, что вы ненавидите украинцев?» Я растерялась в обоих случаях. Ну, во-первых, я никуда уезжать не собиралась, потому что что такое эмиграция, я знаю на примере своей семьи. Мой папа был выдворен, и ему присвоили штамп диссидента, хотя он им никогда не был, я не раз об этом говорила, за монолог о грязном ялтинском пляже. И, получив 2 года без работы, просидел в Киеве, получил инвалидность и вынужден был уехать. А там, в эмиграции, в Израиле, у него случился друг, на 10 лет его моложе, которому на сегодняшний день уже за 80, Юрий Гольский. Это один из выдающихся журналистов BBC, который первый взял интервью у Тэтчер, у Горбачева. Так вот, он меня нашел, позвонил мне и сказал: «Вы дочка Марка Горелика?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, что ваш папа больше умер даже не от почек, а от тоски по родине. Это меня учит какие вещи». И еще, я не хочу принимать участие в общем оре, потому что он настолько безумный, меня настолько потрясает отсутствие любой дипломатичной риторики в общении друг с другом. Чем громче, чем оскорбительнее, вроде как лучше. Но нервная система у всех одна, поэтому для меня эта тема закрыта. Говорить плохо про своих украинских друзей я не буду, они у меня остались. Это большое счастье, когда у тебя много лет есть друзья, и что бы ни случилось, они с тобой. Вот в центре города Киева мою маму бандеровец, и националист, как хотите, ударил сзади по голове, она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии микроинсульт, который мы сейчас лечим. Со словами: «На своей собачьей мове будешь размовлятый у москалей». Мама очень просила меня, это было 6 лет назад, не поднимать никаких скандалов, потому что она всю жизнь живет в Киеве, ей очень милые цветы на окне, и она до сих пор просит соседку высылать ей фото, видео, как там ее цветочки. Это своя квартира, это свое жилище, но человек всю жизнь там живет и мысленно остается в Украине. Как я могу ненавидеть нормальных людей? Как я могу перестать говорить спасибо моим друзьям, которые тут же положили маму в больницу, это свет, лобода, нотелла, крапивина, доставали лекарства, помогали моей семье, есть при случае, передавали деньги, которые я передавала на ребенка. Как я могу все это забыть? Одну секунду. Но Россия мне дала так много, что на всей чаше весов, если говорить о покидании страны, она перевесила гирьками сразу. Потому что в Украине я не поступила бы ни в один институт. Тогда моей маме это сразу сказали, потому что папа еврей. А вот приехал учиться в Тамбов, я все время в этом ощущении, а вдруг здесь тоже антисемитизм, спросил у однокурсников: «Ничего, что у меня папа еврей?» Они меня посмотрели и сказали: «Ну и что?» Так вот, я очень трудный ребенок для своей страны. От меня стране досталось. Прям по полной. Но столько любви, сколько я получала и получаю здесь, при всех моих разных обстоятельствах, неправильном поведении, я имею в виду моральном и этическом, меня страна всегда обнимала, а страна — это люди. Поэтому не задавайте мне больше таких вопросов.
Алло, Шаурчан, Валю здесь. Валю здесь. Эрклопе спасенг. Асубарин, Ахпачан. Хара, ангистерек. Жептан вор мартик хосал тема у него. Ав, Шаурчан. Ура, мы нахасим вор лавинг, а мы стандарта, лавор эсэргора. Шат лава анцел аминч. Ваш ми лавататсин чикадер. Има, инч ем узум асим нах. Жавур дед мер хитсун хоки мес мена похи амар марта петк. Тагерк. Чем асканам пути ампайма патерезм скси вор сага сипер гинуменк перверу. Химиква горца и ничего не имаем кануменг. Нахмел неркаются на стех. Екрорта мер. Наха патрастуцун неде. Дрэнксах патрастми хахтал гравакан не нели. Аму тавур менге саменче. Има чем кара барда тавела асам тенчкан. Агин мартенг. Кишченг шатенг. Пайц. Идекорва меч, идекора, хауроцноки марчен карм, авакинг, чем асканам ворес мартен спохенг. Гоне ми масим похенг, генан хангестан, хеткан. Джоворт инс хитсноки мартапетк. Тагерк. Инс шат арак, хитсноки мартапетк. Тас, тас, ничор соров. Хитсн хоки. Мартапетк. Бацит раниц. Инс GCP мят тарактерапетк. Стех. Мер храматнера, мер... Дилькера Амрапанделу Хамар. Где-то Нунис Мартикан, Офкерворе Тарактер, Унембайт Шофер, Вахменган, Стегат, Каракосна, Иван Такаш Хателу. Менг Унембайт Шофер, Ненг, Идан Сама Патасхан Паса Тахтеров, Параван Ров, Аменчоп, Менг Вартер Унембайт, Ашхатасна Унембайт, Мезмиат, GCP Тарактер Апет, Кентамена Идекоров. Идекоров, мезмята трактора петка, бормик вердит кера, шат амбу, шат кайм зевов, саркинг. Овуни GCP трактор, то капна ви имет, я те ангац казанги канат, грек, камбан канат, канат санли калем, бена канабар вереве, рахос мяца шчи. Я форишти мем нерке, ве джамана кем патас ханум, я фор гримек, я ск карта мампаймен ка патас ханам, зезамина уша миурван тацкум. Элия Масим Хантрумам Дзес, Нахарачина Амина Арачи Каравура, Мезтарактер на Пет, Кета Хитсен Оки Март. Тараца Кесвицен, Овчана Чума Несмарт, Урат GCP Тарактер Уни. Тех Чума Таца Кес, Бензин и Арсна, Калуцем, Аминчи, Утел, Хамел, Тезбанри Масин, Танапес, Чума Таца Кес, Сахарца, Ескулуцем, Инзменек, Хенс, Татак Тарактер на Пет. Менацаца Юга, Бензина, Утелика, инчорка, менарутела, кенарутела, инчорка, езде скапова, савлента, менак, мята, трактора, менак, астрек. Идекоров, шат, чем асим. Уй, идекоров, это артен азатек. Я менацицек, кенарутек, хосат, кенчавоцек, гакстех, сахсуска, там, шат, дежвар, горшчи, тулаки, артен, эс, нэнц, левели, Лапаткиков, Кермелок, Панов, Арнольд, это Гашхата, Кишарна, Кермелок, Мес, Трактора, Битка, Тамана, Кирикова, Хатрина, Мач, Сарка, Банака, Сарбанака, Уни, Банака, Октагорцима, Уаки, Мес, Бека, Хенц, Мерерли, Мек, Мердик, Кириша, Тарак, Зевух, Сарки. Нацаца, Азлага, Вурхоса, Спасибо, что смотрели.